О! О, без бедра, добро. Так сразу скажите, что вы? Сюда без бедра. Так вы солидная контора. Я не знал. Не знаю, ни о законе, ни о освобождаем. Там что-то там. Условный срок. Хорошо. Повыше, поднимаем. Есть. Попеременно матч вперед. Правым боком. Чуть подцепчик. Обратно спокойнее. На меня работаем поактивнее. Макс, надо проснуться. Полегли. Порезче, порезче, порезче. Подинамичнее, порезче. Меньше, меньше, без паузы, с прыжками еще. Хорошо, ноги встряхнули, отдохнули. Слушаю паузу. Можно? Три, две, одна. Есть. Другая. Три, две, одна. Встали к фишкам. Хорош. Хорош. Туса. Хорош. Хорош. Шесть. Не потеряй. Не потеряй. Ноги работают. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Быстрее. Раз, два. Раз, два. Быстрее, быстрее. С уходом. Раз, два. Ноги быстрее работают. Раз, два. Хорош. Готовы. И пошли первые, вторые за ними. Давай, давай, догнать их, догнать. И хорош, Влад. Это заряжает. О, уже в следующий раз уже в обороне. Одна ставка. Где? Все. Хорош, браво. Вау! Браво, 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 Габи! Состояние команды сейчас подходит к двум заключительным матчам этого отбора в этом году? Ну, на сегодняшний день все ребята, которые были вызваны, они все приехали. Тут, слава богу, все без травм, все здоровы на сегодняшний день. Поэтому эмоциональный фон достаточно хороший. Все трудятся и работают в хорошем настроении. Определенные наработки, которые мы хотели до ребят донести, мы это постарались воплотить в тренировочной работе. Теперь очень важно, как это все удастся перенести в игру. По сборной Словакии, насколько хорошо удалось ее изучить, вот, что она собой представляет? Ну, всю необходимую информацию для ребят довели, еще раз повторюсь, по всем аспектам. Очень крепкая команда, достаточно атлетичная, играет 4-4-2, да, с двумя ярко выраженными нападающими, с хорошими индивидуальными флангами, обостряющими. Не случайно, что в принципе даже это характеризует турнирная таблица, что в принципе все очень плотно для практически каждой команды. Это будет достаточно серьезно решающе. Ну да, хорошие, да, очень.